Всем привет! С вами канал Art Money. И сегодня мы с вами будем готовить такой соус зажаристый, интересненький такой. Нам понадобится сковородочка, ваша любимая, к которой вы относитесь с любовью. Так, подсолнечное масло, которое мы распределяем по сковородке. И также, конечно, лучок. Я уже его порезала, чтобы не тратить ваше драгоценное время. Так, все это мы отправляем сюда. Так, и все это пережариваем. Так, обжарим наш лучок. И теперь высыпаем туда помидорки. Две большие или три маленькие. И все это заново обжариваем. Пережарили помидорочку. Смотрите, какая уже вкусняшечка получается. Теперь мы туда добавляем 400 грамм такой сметанки. Ну, вы добавляете ту сметанку, которая есть на самом деле у вас, но мы добавляем 400 грамм. И все это перемешиваем. Сюда, кстати, еще можно добавить мяско, но у меня будет вместо мяса сегодня рис. Я буду это как подливочку использовать сверху на рис. И потом я вам покажу конечный результат, что же у нас получилось и насколько это вкусно. Грибов, кстати, хочется сюда добавить еще. Кстати, кажется, как будто получилось много, но нет, смотрите, вот она гуща, помидорки. Получилось прям классно, как я и хотела. Так, ну вот, смотрите, наше блюдо с вами получилось вот такое вот. А, и там даже та печенька Тук, она не просто так там находится. Моему ребенку очень понравилось вместе с ней кушать. Она солененькая, очень вкусненькая такая, хрустящая. И также этой печенькой можно вот просто вот так вот сверху ее поломать. Или вот мы, например, с ребенком делали все это, перемешивали, переломленную печенечку такую тоже, там все вместе перемешивали и сразу ели. Когда кушаешь сразу, то печенька пока что еще остается хрустящей и очень-очень вкусной. То есть, блин, это безумно вкусно, и вот этот вот прекрасный соус для риса, он просто прям шикарно, очень подходит, очень попробуйте, очень вкусно. То есть не просто там кашу едите, как обычно, да, а плюс вот такой вот соус. Такой соус, в принципе, можно еще добавить мясо какое-то, курочку там пережаренную, вареную. Вот, но мы решили с ребенком вот так вот сделать, нам очень-очень понравилось. Обязательно пробуйте, обязательно готовьте вместе с нами, мне будет очень-очень приятно, если вы будете готовить вместе со мной. И также обязательно пишите свои комментарии, может быть, вы добавляете в такой соус что-то еще, может быть, какой-нибудь перчик или что-нибудь такое интересное. Или напишите, куда вы добавляете такой соус. Может быть, не только к рису, может, гречневой каши, например, можно добавить. Или еще какой-нибудь каши. Вот. И на сегодня это все. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки. Я старалась для вас. Пишите комментарий. Подписывайтесь обязательно, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить что-то новое, которое выйдет уже завтра. Также на нашем канале выходят влоги, они выходят каждый день, как мы с сыночком живем, путешествуем, отдыхаем, занимаемся, развиваемся. Моему сыночку 3 годика. Также обзоры на продукты. Продукты из Фикс Прайса, Победы, Светофора, разные вкусняшки, шоколадки, печеньки, тортики всякие. На моем канале есть очень-очень много обзоров, и эти обзоры я делаю для вас, чтобы вы лишний раз не переплачивали деньги за плохой товар, а уже знали, какой лучше стоит купить. Вкусный он или невкусный. Что вообще находится внутри под этой оберткой. Вот. Также на моем канале есть живопись, фоны и еще много-много всего интересного. Обязательно подписывайтесь, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить.
И с вами был канал Art Mania. Всем пока-пока. И ставьте лайки, лайки, лайки.